Там что, ребенок с ландериной? Да, я здесь живу. Заходи ко мне в гости. Чувак, сейчас мы тебя покормим мясом. Да ладно! Здесь еще осьминог, как в подвале. Блин! Эй, ты сюда! Получай, бабка. Сейчас, правда, дед придет. Но сегодня у нас шашлыки с бабулей. Бабушка играет на пианино. Прикольную песенку. Посплю я. Отлично. Дед уснул. Что ему снится, интересно? А, моя бабушка, какая ты красотка. Походу, ему снится бабка. А если за 3 секунды ты успеешь поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить комментарий, то бабуля и дедуля Гренни никогда не придут к тебе в гости. Раз. Два. Три. Мяу-мяу-мяу, котяры. Наконец-то мы с вами выспались, но обидно, что мы в доме бабки снова. Хотя, говорят, здесь произошло обновление. У деда с бабкой появились новые комнаты, новый питомец. В общем, все стало другим, давай посмотрим. Здесь пока камера, как и раньше. Ломика здесь нету. Пошли вниз, сгоняем. Он около лодки обычно валяется. Он нам пригодится, чтобы мы могли ломать ящики. Или на крайняк дать по щам деду с бабкой. Шучу. Им мы врезать не можем. Но здесь у нас закрыто. Все как обычно. Подлог кей. Осьминог здесь плавает. А где дверь? Она, походу, тоже уплыла от меня. Все, идем наверх. Сейчас главное ни на кого не нарваться. Тут, кстати, что-нибудь есть? Нет, все как и раньше. Ладно, погнали. Старики, вы где? Ты нас ищешь, а я тебя не слышу. Пойду к деду своему. Ё-моё, они реально какие-то старые, слепые и глухие. Что у нас тут есть? Здесь вешалки и, смотри, у нас уже шкафы. Ну, пока все по-старому, ничего нового я не вижу. Сейф. Так, ладно, открываем. Здесь пока тоже ничего нет. Пойдем дальше. Бабушка играет на пианино. Прикольную песенку. Ну, я не знаю, бабка, что-то не особо прикольное. Здесь у нас дверь. И, кстати, если ты мог видеть, вот там дед пошел. Бабка, как дела? Интересно, они вообще друг друга слышат, когда разговаривают? А вон они пошли. Пойдем искать этого шкодника. Пойдем, бабки, сейчас найдем и палкой ему по ушам дадим. Ого, как зло. Короче, смотри, это новая дверь. Да ладно, это что за бункер? У бабы с дедом во дворе бункер. Что? Там что, ребенок с ландериной? Да, я здесь живу. Заходи ко мне в гости. Ё-моё, офигеть, ребенок с ландериной и какой-то бункер. А что здесь у нас? Сейчас мы с тобой посмотрим. Электрошокер. Отлично! Только ходить мы здесь не можем, стоя. Еле ползем, как улитки. Отлично, забираем. А здесь у нас что надо? Ну-ка. Ага, френч. То есть это ключ. Ну ладно, мы теперь хоть можем вырубать бабу с дедом. И это очень хорошо. Кстати, может и мелкого можем вырубить? Ну-ка. Мелкий? Алло, как дела? Я не мелкий, я просто низкий. Ну ладно, чувак. Будь по-твоему. Ладно, смотри, у нас есть электрошок, теперь мы можем вырубить бабу с дедом. Что у нас здесь в душе? В душе нету ничего. Отлично. Они нас, походу, вообще не слышат. А, у нас же здесь оружейный шкаф. Там тоже что-то может быть. Быстрее, прячемся. А, ну, в принципе, кроме... А мы ее взять можем? Или нам ключ нужен? Ключ нужен. В общем, пока все по-старому. Кстати, там противотанковый еж во дворе. Эй, ты сюда! Получай, бабка. Сейчас, правда, дед придет. Но сегодня у нас шашлыки с бабулей. Блин, а где? Патрон. Бабка, двинься. Патрон не вижу. Она уснула. Отлично. Все, бежим наверх. Короче, у нас появилась новая комната. Это меня порадовало. Действительно прикольно. Мясо. О, мясо это, походу, для мелкого этого чувака. Но мы к нему пройти... Кстати, мы можем к нему пройти или нет?
А давай попробуем. Почему бы и нет? Сейчас мы его покормим. Сейчас мы тебя покормим, чувачело. Алло. Бабка уже исчезла. Ладно, Я как будто в невидимую бабку уперся. Чувак, сейчас мы тебя покормим мясом. Да ладно. Здесь что, осьминог? Как в подвале? Блин. Кракен сожрал нас. Вот это подстава. Ну, пистолет хоть у нас остался на втором этаже. Вот это жесть, ты прикинь, получается, в реке был кракен. Как же здесь все продумано. Просто так не подойдешь к этому мелкому. Интересно, а что он вообще делает? Ребенок слендерины. Скорее всего, он нас слопает. Как паук. Или кто там? Еще. Из экзотических животных. Наших стариков. Ладно, шуруем наверх. Пистолет есть. Деда нет с бабкой. Мясо, кстати, здесь лежит, это хорошо. Возможно, когда мы спустим воду, мы сможем покормить этого мелкого засранца. Так, а что у нас тут? Здесь ничего нет. Здесь нет. Вообще ничего нет? А, канистра. О, бабка идет. Эй, я что-то слепая, не вижу тебя. И дед идет. Иди сюда, бабка, я его нашел. Поджарили меня на шашлык. Бабка, бабка, бабка. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не надо, бабка. Ё-моё. Бежим быстрее, надо взять патрон. Сейчас, короче. Мы возьмем патрончик. Где он? Бабка ушла вроде. Дед, по идее... А, нет, дед здесь все корчится. Сейчас у него из попы достанем. Как достать-то? Все. Блин, бабка, что ли, опять? Нет, бабки нет. Ну, смотри, здесь мы нашли канистру. Возможно, она нам пригодится. А у деда ничего не было. А, подожди, у деда, по-моему, был security key. Надо было его взять. Что-то я затупил. Ладно, неважно, не суть. Сейчас мы разберемся. Отталкиваем коробочки. Залазим. Видимо, пока только двор у нас в обновлении. Свеча. И ребенок слендерина. Но это уже прикольно. Уже такое новшество нехилое. Что у нас тут есть? Здесь пусто. Надо было у деда ключ взять. Вроде он у него на шее висел. Что-то я тупанул. Ладно, все, погнали. Где бы нам лом найти? Кстати, вот этот вопрос. Мы все обижали, а лом не нашли. Так, это мы уронили. Здесь нету. О, руль от лодки. Прикольно. Руль нашли. Здесь ничего не нашли. Ну ладно, надо... Так. Здесь упало. Пусто. Что-то как-то тухловато. О, бабка идет. А ну иди сюда. На, получай. Так, все, бабку снова мы на шарму пустили. Так, сейчас... А, дед, да ладно. Он просто телепортнулся, походу. На кухне. Вот это подстава, блин, была. Игра, ты что, прикалываешься надо мной? Как там дед мог появиться? Ё-моё, вот это жесть. Надо нам снова брать пистолет. Так, что-то меня уже колбасит аж. И шатает, и колбасит. Я не понимаю, где лом? Мы вроде как все здесь обижали уже, посмотрели. Может, я что-то упустил? Где-то внизу. Не заметил его. Вообще какая-то лютая штуковина здесь происходит. Нету здесь лома. Мы толком-то ничего не нашли. Обижали весь дом. И, по-видимому, надо все-таки брать security key. Здесь-то его точно нету. Все, ладно. Побежали наверх. Старики! Алло! Ой, ё-моё! Зачем я бабку-то звал? Она же пришла. Ей же несложно прийти сюда. К
Кстати, а тут у нас... А-а-а, быстрее бежим от бабки! Быстрее, быстрее, быстрее! Шуруем, вон ключ как раз, который нам нужен. Ты что, хотел украсть мой ключ? Да не хотел, я просто попользоваться и все. Главное, чтобы здесь не было деда. Если сейчас мы нарвемся на деда, то он высечет меня это. Бери, бери, бери! Ну, пожалуйста! Фу, бабка, не заметил нас, что ли? Ха-ха! Вот это ты, бабка, вообще! Здорово! Иди сюда! А я такая иду! На! Прям в ступню ей попали! Я думал, мы не вырубим, кстати. Ну, бабка уснула. Да ладно, дед! Ё-моё! Получай за мою бабку! Вот это жесть! Дед появляется не вовремя. Но мы нашли ключ, это уже хорошо. Который сливает воду. Надо будет взять мясо и пробежать к этому мелкому. Чтобы наконец увидеть эту обнову. Возможно, в этот раз мы все-таки не сбежим от бабки с дедом. Но хоть что-то мы посмотрели. Что здесь добавили нового. И ваши лайки обязательно сподвигнут меня сбежать от них в следующий раз. Ё-моё, дед. Посплю я. Отлично. Дед уснул. Что ему снится, интересно? А, моя бабушка, какая ты красотка. Походу, ему снится бабка. Ё-моё, дед, ну ты вообще, короче. Еще тот типок. Отлично, у нас есть Security Key и электрошок. Еще у нас есть злая бабка и ребенок Слендерины. По-моему, бабка где-то здесь. Вот она, блин, подстава. А ну иди сюда. Ага, уже иду. Бабусечка, давай догоняй меня. Давай, бабка. А, нет! Да ладно, вы чего? Вы серьезно? А ну, бабка, гони его. Ё-моё. Гони в шею отсюда. Да я бы с радостью вообще ушел от вас. А где бабка-то? Дед вроде отстал. А нет, дед не отстал. Бабка ушла. Все отлично. Быстро бежим наверх. Сейчас дед нас должен потерять. А мы как раз откроем секретную комнату. Опа. Сюда ключ. Здесь руль. Полезли. Полезли наверх, говорю. Дед, по-моему, сюда не может лазить. И это, кстати, странновато. То есть в его комнате есть лестница, но он по ней залезть не может. Прикол, да? Все, покеда, дед. Ой, ё-моё, здесь нужен пистолет. А там, кстати, муж Слендерины отдыхает вот в этом шкафу. Здесь чисто. А это, подожди-ка. А, по-моему, это была комната. Ой, лом, наконец, мы нашли. Блин, что-то я неудачно свалился. Чего-то я прям... А, не, нормально, мы сейчас от них скроемся. Эй, дед, он в нашей спальне. Ага, и теперь в вашем душе. До свидули, ребятушки. Все, отлично. Я скоро к тебе приду. Ты сюда ко мне скорее. У меня тут весело. Ага, весело у тебя. Я знаю, у тебя вообще голос какой-то, чувак, противный. Трындец просто. Похоже на бабку, между прочим. Все, бежим. Ломать ящики. Давай. Скорее. Отлично, сейф кей. Но лом, кстати, нам еще пригодится, поэтому надо его где-то положить на хорошем месте. Во, сейчас мы... А, не захлопнулся капкан, ну ладно. В принципе, это не страшно. Возможно, мы все-таки сможем сбежать от бабы с дедом. Быстрее. Эй, вы здесь? Эй, иди сюда, ты опять зимой без шапки ходил. Сейчас по ушам тебе там. Быстрее прячемся. Она же реально мне по ушам дает, когда я зимой без шапки хожу. Зачем я приехал к бабке? В гости нет. Да как же рядом она была. Это просто какое-то сумасшествие. Где дед? Надеюсь, его здесь нет. Бабка, бабка, бабка. До свидули, бабка. Опа. Это нам пригодится. Просто на фасте все делаем. Здесь что-нибудь есть? Ага. Так, отлично. Бабка, короче, успокойся уже. Нам бы пистолет бы взять. И вырубить бы их. Оу,
Ха-ха, получай, шкодник. Последний день, это уже даже не прикольно, дед. Какого лешего? Ты же еле ходишь, глухой, слепой, и все равно меня находит своей палкой, мне прям по хребту дает. Что за монстр такой? Надо все-таки с пистолетом их вырубать, здесь другого выхода нету. Они слишком дерзкие. Быстро берем. Так. Патрончик. Патрончик. Фу. Я надеюсь, сейчас сзади. А, вот бабка идет. А, ну что, последний день у нас в гостях? Ага. Опачки. Ага. Возможно, я все-таки убегу. Так, дед идет. Быстрей. Патрон, мы успеем взять? Патрон. Да, мы успели. Нет, я выкинул пистолет. Получай. Да что же это такое-то? Вообще неудача какая-то. А что за концовка будет? А, ну концовочка как и была. Дед, не нажимай. Давай, дед, нажимай. Бабка, ты уверена? Да, дед, нажимай. Нет, ребята, не надо, я отдам вашу колбасу. Ну что ж, ребятушки, я надеюсь, что вам понравился видосик, это обновление. В принципе, мы все увидели, просто надо будет в следующий раз обязательно ее пройти до конца. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, и всем удачи, до скорых встреч, пока-пока.